клуб «Азимут». Профессионал, большой клуб. Какое-то время у нас будет старт, так что смотрите аккуратнее. Как не нужно делать для того, чтобы пройти вот этот первый коридор. Так, Лебедец, напомню о том, что по правилам штурман обязательно ходит и все делает. Так, назад. Ты, может быть, ему кирпичики какие-нибудь подкинешь, чтобы под колеса, а? Участки, эй, можно поаплодировать, давайте поддержим их, потому что на самом деле все это очень хорошо проходит, но у них есть отдельные клевые спецучасток, они по нему идут первые, им зачет можно ставить, потому что кроме них еще пока никто не проехал по трассе. Будем с вами наблюдать, как это будет дальше, вот, где машинки, сейчас будет интересный заезд, так что заряжайте свои фото-видеофиксацию, сделайте и фотографии укладывайте потом на трофе, то есть на диагональ 4x4 ВКонтакте. Делайте это красиво. О, как хорошо, смотри, а! Держи, я хотел. Все колею делает. Вот что бывает, если хайджек не вытащит багажник. Вот так вот бывает машина. По речке, походу, будет ехать. Да, потом обратно будет тут. РФ. Смотрите, красотень такая, там залито. Необычайные трясины в виде автовазов затянула Opel Frontera, не отпускай. Пошел, не забывайте о том, что у вас совершенно другой угол атаки, то есть угол поворота, так что немножечко отличительно от того же первого, кто проехал. Штурман пошел работать уже. Надо не пускать, да. Вот и штурман работает.
теперь прыжочек. Мы видим,
видно то, что идет уже вышел без плена стенного. Здесь нет никаких патронов. За следом как его плазим. Пересечение через лес Гладкий, да? Вроде конуса. Мастер-код заключался должен быть в том, что в любом случае. А что ты если зацепится за всех, везет. Знать, что в ствол надо попасть. Ствол обязательно попасть. Перед створом можно совершать манёвр. Вы это начинаете. Это оговорилось на прикрытие. Теперь маневрировать надо. Так, зрители, уходим на сорок. С этого коридора по организаторам России никого не пропускают. Там самое главное помнить, что есть обязательно прохождение конусов, потому что затрагивать до конуса нельзя. Раз и упал. Все, да, Матвей?
это команда «Пирожки». Об этом я еще буду рассказывать, когда это интересует. Вы знаете, что поговорим, у нас еще были кинематографы здесь, парк закрывать. Ну а сегодня мы продолжаем диагональ соревнования внедорожников. Штурмана, наконец-то у него не просто наблюдение, но и участие. Ну вот отсюда видно, хорошо видно, не знаю как вам, но здесь видно то, что задние. Я напоминаю то, что генеральный спонсор мероприятия «Парк Патриот» приглашает участников и зрителей посетить виртуальную реальность. Полет на вертолете, находясь в кабине за управлением, сохранить незабываемое впечатление от полета. Есть детские, взрослые, профессиональные уровни. Мультовый брендовый сервис «Автоуют» — это ремонт для автомобиля любой сложности, подготовка внедорожников, обслуживание, капитальный ремонт, сельскохозяйственные, дорожные, спецтехники. «Автоуют» — это гарантия качества под ключ. Нужно аккуратно, потому что может произойти скольжение. И теперь пошел 12. Головкин Сергей Мускалев Максим, 22-й бортовой. Новочеркасск, клуб «Азимут». Хорошейший. Не забывай о том, что у нас здесь есть еще и конуса. Для прохождения мы видим то, что колеса в баллонах. Времечко. 4, 3, 2, старт! Можно здесь запечатлеть, уходим. Медбрат родной, не надо никто не ходи там, сейчас они полетят, как миги. Так, штурман побежал, спортсмен, давай. Показывают где ехать. Самое главное, не забывайте, чтобы проходить створ проходить обязательно. Нельзя наезжать, нельзя дотрагиваться до оранжевых конусов. Ни в коем случае. Зрители, все уходим оттуда. Он сейчас поедет, полетит. Дай бог, только еще полетит. Ну, хотя это «Фронтера». Так. Давай на все деньги готовим. Молодчина. Везде проехал. Теперь мы не забудь маневрировать так, чтобы ни в коем случае не дотрагиваться, не проходить конуса. Конус ему не видно, так что штурман подсказывает. Старт только что прошел. Опель Фронтера у нас поехал с Мороза, Кулу Бермуды, Масявы Максим и Мазаринский Иван. 21-й бортовой. Пятыми они сегодня у нас пошли. Аккуратнее конуса. Конуса дотрагиваться. Дотрагиваться нельзя ни в коем случае. Если это сделает за вас резина, то есть баллон, это ничего страшного. Thank you.
году так просто не проедет, не пройдет, потому что специальный грейдер вырыл там определенные, я не знаю, ямы, канавы. Прохождение спецучастка этого не так просто. Угол другой, угол другой. Фиговый групп, да? Да, что-то есть. Там класс. Поперли как лебедочки потихоньку. Зрители подальше отходим, потому что при обрыве троса все по щам получат. Заденем всех, он их листает так, потом долго будете вспоминать. Вы видите, да, то, что полностью в землю входит. Итак, старт. Тигренок пошел по старту. У него своя траектория. По-тихому. Смотри. Штурман даже не стал вылазить. Ну, поаплодируйте. Смотрите, какой бесчинствует, да. Какие наглецы. Как быстро прошли-то это. Нужно не зависнуть, не перевернуться. Не задерживается, он прошел и вас прошел вас. Великолепно. Так, мы смотрим, возвращаемся теперь к пехоходу. Прошел он и первый. Следующий у нас готовится, уже готов. Профессионала в деле, в Средотрове на Ниве. Trying to hide the smell of the sex, being on a Chanel, and they're trying to walk with the straps on the.